Сегодня сделаем очень вкусный простой салат из двух ингредиентов. Казалось бы, фасоль и лук, а получается очень вкусный постный салат. Фасоль я отварила. Фасоль отваривается, чтобы она была тверденькая чуть-чуть, не совсем такая размякшая. Разная фасоль, белая или красная, варится по-разному, от 40 минут до полутора часов. Вот у меня варилась где-то, минут 50. Лук. Вот я взяла 4 луковицы. Нарежем тоненькими полукольцами. Лук мы будем мариновать, поэтому желательно нарезать его потоньше. Так он быстрее промаринуется, и будет вкуснее в салате. Итак, мы порежем все луковицы. Лучок порезала. У меня сын любит фасоль, поэтому я салата сделаю много. Чтобы нам замариновать лучок, мы добавим сюда соли. Фасоль, кстати, я посолила перед тем, как варить. Сахара где-то с чайную ложечку. Надо побольше зелени. У меня зелени мало, а вы положите побольше. Уксуса. Где-то ложки 2. Масло растительное точно так же. Сейчас я еще порежу сюда зелени, хоть сколько есть. Уберу салат в холодильник на час. Наш салат настоялся. Получился вкусный. Остренький салатик всего лишь из двух продуктов.